Сегодня юбилей отмечает одна из ведущих актрис Волковского театра Ирина Сидорова. Театральная публика знает ее по блистательным ролям последних лет. Одна из удач актрисы – спектакль «Тартюф». Сейчас фасад театра задрапирован, идет ремонт. Впервые за много лет театр Волкова открывает сезон не на своих подмостках, а в Рыбинском драматическом, что не мешает настоящим поклонникам и ценителям. Группа почитателей талантов отправилась вслед за артистами и приготовила своей любимице массу подарков. Один из них они специально заказали в Курске и сегодня после спектакля вручат свою единственную золотую маску. Мы давние поклонники Волковского театра. Всю труппу мы очень любим, но особенно почитаем и особенно ценим одну актрису – Ирину Сергеевну Сидорову. От лица поклонников творчества Ирины Сидоровой мы вручаем ей золотую маску. Обратите внимание, эта маска лишь наполовину золотая. Вторая половина ее будет бриллиантовой. Тогда, когда раскроются все грани ее таланта, символизирующие вот эти вот бубенчики. Наш милый мастер ярославской сцены, мы вас за волшебство благодарим! Ура!